В этом видео я постараюсь собрать все породы собак. Самое интересное, что я буду играть на самом настоящем хардкоре. Это видео получилось действительно очень прекрасным и интересным, поэтому подпишись и поставь лайк. Ведь до 5000 осталось совсем немного. Ну а мы погнали. Немногие знают, что сейчас я делаю. На самом деле, помните прошлый выпуск? Я плыву. Следующую собаку, которую я хочу поймать. И сейчас я постараюсь поймать всех этих собак. В прошлом выпуске я не допоймал этих собак. Я поймал 3 собак из 9. Поэтому, кто не смотрел первую часть, советую вам ее посмотреть. А сейчас я поймаю большинство самых последних собак. Как я вам говорил ранее, самые последние собаки это будут самые опасные и редкие собаки. Кстати, ребята, пока я плыл, я нашел Незер портал. Я думаю, нам нужно его залутать. Под песком оно точно будет. Интересно, какой там будет лут? Офигеть, золотое яблоко. О, конечно, все эти вещи важны, но важнее ничего. На самом деле я отправился в плавание, чтобы найти редкую собаку, которая встречается только на окраинах джунглей. Я буду ее называть джунгли собака, которую вы даже и не знали. Я проплыл очень много и нашел это. О, что происходит? Надо сломать мою лодочку и посмотреть, где я нахожусь. Только не это. Это что, реально мангровое болото? Тогда я постараюсь сломать как можно больше древесины, чтобы ее потом переработать, ну и собрать самое важное, это мангровый росток. Ладно, моя цель это найти джунгли. Почему я застрял в мангровом болоте? Ой, успел. Садимся в нашу лодку и начинаем искать место, где наши собаки. Оу май гад, я нашел в мангровом болоте прямо пирамидку. Ну раз мы здесь, давайте же ее залутаем. Здесь неплохие вещи, здесь тоже и здесь тоже. Давайте, блин, тогда отсюда выбираться. Свет. Вы спросите меня, где я сейчас нахожусь. Я нашел самое главное. Я нашел поле и нашел себе осла, поэтому сейчас я буду с помощью этого искать джунгли. Просил джунгли, а нашел деревню. Как неожиданно. И, короче, она бухтала. О, лошадь. О, май. О, это было жестко. Сейчас я ускорил вот это на 100x. Потому что я нашел джунгли. И не просто джунгли, а именно эти, как его там, саванные джунгли. Я дождался дня и ищу пока что собаку. Коня и Стоп, что это там идет? О, неужели это наша с вами собака? Какая миленькая мордочка. Ай, да ко мне. И она приручилась со второго раза, офигеть. Ну что, собачка и ослик поскакали вперед. Знаете, сейчас кого мы будем искать? Нам нужно отправиться в таежные биомы, или пока что, я думаю, нам просто нужно нашу с вами собаку завести домой. Либо отправиться в таежные биомы и найти уже самых редких собак. Поэтому я завел нашего чудика прямо в мой дом и также ослика привязал. Поэтому нам нужно построить клетку нашему псу и положить его в клетку. Вот так, проходи, пожалуйста, пупсик, вон туда. Кстати, ребята, если это видео наберет 200 лайков, то я сделаю видео 100 дней с модом на Дженни. Ну вот, наша собака и в загоне. Теперь мы с нелегкостью можем приступать к самым сложным волкам. Только для начала, как вы видите, я сделал ступеньки из мангрового дерева. Для этого я его и добыл. И я думаю, что ступенечки из мангрового дерева получатся очень красивыми. Также, ребята, раз я поселюсь в этом доме или в этой шахте, так сказать, я сделаю для себя здесь небольшой домик. Прямо сейчас вы можете его оценить в комментариях по 10-бальной шкале от 1 до 10. Я сделал просто небольшую такую комнатку, а потом уже после всего этого выживания я сделал настоящий ремонт. А эти ягодки, которые я добыл, я повешаю. Ёшкин крот, это что такое? Какое-то затопление потолка. Я повешу его таким образом. Пока я, друзья, с вами плыл, я нашел вот такой вот корабль. А, серьезно, ребята, там интересного ничего не было. Вы только посмотрите, на какие я вершины забрался. Добрый день, сегодня 12 градусов, полет нормальный, все летит, все хорошо. И наконец-таки я пришел в нашу с вами тайгу. И спустя кучу стараний и 2 часа я приручаю вторую собаку из леса. А первую была в снежном лесу, и я ее приручил. Приложение X-рекордов, в котором я записывал, было очень много материалов. Было много материалов, где я был с этой собакой в деревне, которую я хотел показать. Но, к сожалению, они удалились. Я, когда это монтировал видео и только что заметил, мне было очень грустно, потому что я это снимал так долго, очень. Итак, у нас имеется уже практически 2 или 3 даже собаки. Это черная собака, это почти самая
самая редкая собака в этом биоме, потому что этот биом, в котором я нахожусь, называется Старая Тайга. Окей, я сейчас пролечу обычную, которую я шел так долго. А, весь этот хардкорный мир, какие видео я снимал раньше, они так хорошо залетали и были такими легкими. Надеюсь, скоро я начну так же снимать. Ребята, я собрал уже почти всех собак, кроме одной. Одна собака самая редкая, ее невозможно найти, она встречается на горе снежными хребтами. Я думаю, что я ее не смогу найти, но как повезет. Ребята, вот так выглядела эта деревня, но во-вторых, ребята, пока мы шли, моя черная собака спарилась с другой, и они родили вот такую еще одну черную собаку. За время, пока мы шли, она уже успела вырасти. Житель, уходи. Я хочу, между прочим, поспать. Я очень долго шел. Кстати, ребята, я никакого мода не добавлял. Посмотрите, как я сплю. Рассвет. Стоп. Что там вдали? Там какая-то странная елка. Серьезно, походу, ночью была метель, и елочки замело. Собачки, аккуратно. Наконец-то. Это было так долго. Это просто мучительно долго. Наконец-то. Для вас это 6 минут, а для меня это 6 часов. Это просто полнейший эксперимент. Всех собак я положу и сделаю для них прикольные клеточки. Поэтому, собака, заходи, и вы сейчас тоже будете лежать в этих клетках. Жаль, что я не поймал самую прикольную снежную собаку. Надеюсь, я поймаю ее скоро. Ну а с вами был я, Ханди. Подписывайтесь, ставьте лайки. И если вам понравилось это видео, то знайте мне знать. Но я думаю, что скоро начну снимать опять один блог, потому что хардкорный мир на моем телефоне не поддерживается.